Хорошо получится. Хорошо. My name is Sasha. Yeah. Я папа вот этого прекрасного мальчика, столь послушного, который никогда не дерется, не бил девочек. Учится очень прекрасно. Скоро собирается жениться. Что так, Саша? У него есть невеста Наташа. Вчера он ходил с ней на это. На экзамен. На экзамен по музыке ходил. Слушал. Что там интересное идет? Ладно, броска падает. Что потом проведется, он будет на старости лет. Буду говорить, как ты видишь, как ты плавно. Я Виталик. Видите? Уже начинает бить папу. Да уже большой мальчик. Это уже это. Надо готовиться, надо не выходить из формы, надо держаться. Чтобы ему при случае зуботычил. Интересный фильм. Это слово «Сад с моим союзом». Магнитофончик, что мы снимешь. Покальчик. А он разве не снял его? Нет. Телевизор. Телевизор в кадр попал. Алена может пустить, может запечатлеть. А? Запечатлеть. Алена или потом? Альда. Альда. Альда, Альда. Иди сюда. Иди сюда. Альда, ну иди, иди, девочка, иди, иди, разреши. Разреши. Она так больно уши прижала, не поймет, что к чему. Альда, лапни хоть что ли, голос. А теперь выходи, а теперь вон. Теперь выходи, все, выходи. Выходи, теперь все. Теперь не выдолбаешь. Все. Альдочка, выходи. Выходи. Выходи, выходи. Выходи отсюда. Выходи. 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 Альда, пошла вон. Выходи отсюда, вот, без совести. Пусть Альда будет звезда экрана. Гадость такая. А ну выходи. Выходи, все, выходи, выходи. Выходи, я тебе сказал. Хорошего иди, иди сюда. Все. Тебя для съемки приглашаю. Для того, чтобы ты тут жила. Все, хорошая, хорошая. Хорошая музыка, мелодия. Да? Угу. Какая хорошая вещь, это камера. Я говорю, а смотри, как крутится вот эти вот диафрагма, да, все? Все, в полуавтомат, что? Ты понимаешь? Дорогая камера, вообще, если я хочу, конечно, камеру купить тоже. Интересное дело. А тут, пожалуйста, можешь стихи читать. Как можешь песню спеть.
Поем что-нибудь на гитарке, сыграть? Я не умею. Не умеешь петь? Господи, хоть танцую, а там поднимаю тогда. Что спеть? И попавши за это в милицию, я увидел ее и погиб. И я не знаю, что там она делала, видно, паспорт пришла получать. Молодая, красивая, нежная, и решил я ее отыскать. Шел за ней и запомнил парадное, что сказать ей, ведь я ж хулиган. Вывел я и повел ненаглядную в вокзальный один ресторан. Ну а ей улыбались прохожие, мне хоть просто ж кричи караул. Одному человеку мороженое дал за то, что он ей подморгнул. Я же кровью ей полки намазывал, деньги просто ж рекой утекли. Она мне сказала, я верю вам, я задамся по сходной цене. В конце заказал журавли, я ж такие песни заказывал, в конце заказал журавли. Забыл. Перец, малина. Сборную области представляю. Иди сюда. Скажи фамилию, имя, отчество. Да не, я не забуду. Скажи. Ну как зовут тебя? Володя. Фамилия? Скверо. Скверо Володя. Хотел на костыля всех каратистов города Ростова. Это его дело. Я костыля. Звезда. Будущий чемпион. И вот Женька. Иванов. Иванов Евгений. Старший. Вот он, Иванов младший. Два брата тоже. Будущие чемпионы. Я на них надеюсь. Роман, иди тут. Ромка. Говори, как звали? Влад, Роман. Слышно? Там будет запишется? Я слышу. Влад, Роман. Неоднократно победитель первенца города Ростова. Его окрестности. Окрестности. Ну а то Сашка Левин. А? Ты отойди подальше, говорю. Нормально. Спускайте, все спускайте. Заслуженного мастера спорта, директора СССР. Ну все, дружба. Хорош. Thank you very much.